Всем привет, с вами Лингва Шоу. В сегодняшнем уроке мы с вами поговорим о неопределенных прилагательных и местоимениях, такие как моль, то тан, то тро, попоко и так далее. Если тебе интересно, оставайся со мной, ставь лайк, подписывайся на канал, а мы начинаем. В предыдущих уроках нам уже встречались слова как моль, то тропо и другие. Давайте теперь подробнее разберем способы их употребления. Слова «molto» – много, «tanto» – столько много, «troppo» – слишком много, «poco» – мало, могут относиться к существительному и выступать в роли прилагательных. В таком случае они согласуются с существительными по роду и числу и употребляются без артикля. Например, «o poco tempo» – «у меня мало времени», «hanno molti amici» – «у них много друзей». «O tanta fame» – «я так голоден». «Hai troppe cose da fare» – «у тебя слишком много дел». Эти же слова могут выступать в роли наречий, относясь к прилагательному или глаголу. При этом они не изменяются по роду и числу. Например, «Lavoriamo troppo» – «мы слишком много работаем». «Studi molto» – «ты много учишься». «Mangi poco» – «ты мало ешь». «Anna è molto bella» – «Anna очень красивая». «Questo film è troppo lungo» – «этот фильм слишком длинный». Слова «molto», «tanto», «troppo» и «poco» могут использоваться и самостоятельно в роли местоимений, как правило, во множественном числе. Например, «molti fanno sport» – «многие занимаются спортом». «Pochi vanno a teatro» – «немногие ходят в театр». В этих предложениях слова «molti» и «pochi» выступают в роли местоимений. Слово «tutto» – «весь», «целый» также может выступать в роли прилагательного или местоимения. В роли прилагательного оно относится к существительному, согласуются с ним в роде и числе и обязательно требуют после себя определенный артикль. Tutto il giorno – весь день. После слова tutto мы ставим определенный артикль к слову giorno – il giorno. Tutta la settimana – вся неделя. Tutti gli studenti – все студенты. Tutte le sere – каждый вечер. Обратите внимание, что слово tutto – изменяет свое окончание и согласуется с существительным. В роли местоимения tutto используется самостоятельно и меняется по родам и числам. Например, so tutto – я все знаю. Capisci tutto – ты все понимаешь. Tutti sono qui – все здесь. При использовании с относительным местоимением che между ними всегда ставится указательное местоимение quello или ciò. Tutto quello che vuoi – все, что хочешь. Обратите внимание, что между словом tutto и che стоит слово quello. Tutto ciò che posso fare – все, что я могу сделать. Между tutto и che стоит ciò. Прилагательное qualche – какое-нибудь, несколько, немного – указывает на неопределенное количество, но употребляется только с существительными в единственном числе и не изменяется по родам. Обратите внимание, что глагол, относящийся к сочетанию qualche плюс существительное, также будет ставиться в единственное число. Например, «O qualche problema» – «у меня есть несколько проблем». Qualche мы не изменяем, и слово «problema» у нас в единственном числе. «O qualche problema» – «qualche amico non viene» – «некоторые друзья не придут». Также «amico» здесь в единственном числе. Прилагательное «qualche» может быть заменено на неопределенное прилагательное «alcuno», согласующееся в числе и роде существительными. Давайте сравним. «O alcuni problemi» – «у меня есть несколько проблем». То есть предложение одно и то же, но строится уже по-разному, потому что мы заменили слово qualche на слово alcune. Alcuni problemi.
некоторые проблемы. Alcuni amici non vengono. Некоторые друзья не придут. В отличие от qualche, alcuno может также использоваться самостоятельно в роли местоимения, как правило, во множественном числе. Например, alcuni sono già in vacanza. Некоторые уже в отпуске. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился урок, конечно же, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Всем пока!